Чуваши вернулись к вопросу о присвоении Чебоксарам звания «Город трудовой доблести». Депутаты Госсовета направили ходатайство в правительство республики. Наличие оснований для присвоения соответствующего почетного звания проверено Российской академией наук. Соответствующие положительные заключения также имеются. Прошу поддержать предложение Чебоксарского городского собрания депутатов о присвоении города Чебоксара почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и ходатайствовать, обратиться к президенту Российской Федерации с соответствующим ходатайством. Напомним, в начале марта Владимир Путин подписал закон, по которому в России вводится звание «Город трудовой доблести». Его получают города, чьи предприятия и жители внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Между тем, 2 июля президент уже присвоил это звание 20 российским городам, 8 из которых находятся в ПФО. В их числе Нижний Новгород, Казань, Пермь и другие.